Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. В этом видео я расскажу о колонии Campanotus vagus номер 3. Эту матку я с сыном нашел 30 мая. Она долгое время просидела в коробке, ожидая, пока мы сделаем для нее инкубатор, и в прошлом видео как раз я показывал, как мы делали для нее новое жилище. Эта матка долгое время никак не откладывала яйца. Я уже было подумывал отпустить ее на волю. Но тут мне в голову пришла одна мысль. Как вы, наверное, уже знаете, колония Campanotus vagus номер 1 вымерла. Точнее, погибла матка. И затем, как я ни старался, оставшиеся рабочие муравьи умирали один за другим. Кроме одного муравья, которого вы видите на экране. Этот здоровый мейджор из колонии номер 1 оказался самым настоящим выживальщиком. И я решил, что попробую-ка я его подсадить к матке в колонии номер 3. Я решил, что я буду следить за развитием событий во время этого процесса, и если что-то пойдет не так, я успею его отсадить. И вот, когда я подсадил мейджора в инкубатор к матке из колонии номер 3, первым делом, когда они столкнулись, они начали небольшую драку, что ли. Они развернули брюшки по направлению друг к другу и открыли мандибулы. В общем, вели себя очень агрессивно, и я уже было думал вмешаться, как вдруг, не прошло и 3 секунд, как матка и мейджор начали делать трафалаксис. Это было просто невероятно, насколько быстро матка приняла мейджора, а мейджор принял новую королеву. А надо сказать, что мейджор и матка не должны были быть очень голодными, но, как, наверное, многие из вас знают, трафалаксис — это одна из социальных вещей, присущих муравьям. В общем, это было просто невероятно, и я не ожидал, что так быстро произойдет примирение. На самом деле, я был очень доволен этим экспериментом и оставил этих двух мурашей ненадолго. Подсаживая мейджора к матке, я рассчитывал на то, что это каким-то образом спровоцирует ее к откладыванию яиц. Ну, то есть я рассчитывал на то, что матка почувствует себя более защищенной, что ли, и, в общем, это как-то на нее подействует. Ну и, собственно, результат не заставил себя долго ждать. Буквально через 3 дня после того, как я подсадил мейджора к матке номер 3, она отложила целую кучу яиц. В данный момент сейчас здесь, в инкубаторе, около 10 свежеотложенных яиц. Кормлю я их медом и вареным яйцом. Вареное яйцо они берут пока неохотно, а вот мед идет на ура. Мед, естественно, фермерский, без добавлений, из проверенного, так сказать, источника. Вот такой вот интересный эксперимент у нас в колонии номер 3, и уже видны первые его плоды. Надеюсь, что в скором времени мы увидим личинок, куколок и новых мурашей в этой колонии. И, как обычно в конце видео, несколько кадров о том, что они делают там внутри инкубатора. Я сейчас положил им немного меда, посмотрим, как быстро они его найдут. Ну вот, рабочий муравей, как и положено, фуражиру вышел на разведку. Он, правда, один и фуражир, и разведчик, и охранник. Но, по всей видимости, они у меня совсем не голодные, что даже капельки меда они не хотят брать. Ну что ж,
На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки и не забудьте нажать на звоночек, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!